Какие самые распространенные ошибки допускают мужчины и женщины в отношениях? Не пытаются занять ту позицию, которая не соответствует их статусу, либо не выполняют обязательства, которые они приняли на тот момент, когда они нашли друг друга и выбрали друг друга для совместной жизни, для совместной эволюции. Кроме всего прочего, сам процесс выбора и тестирования партнера для жизни достаточно сложная задача, и она должна выполняться исходя из пути знаний, а не путем случайного выбора. Только человек глубоко гармоничный может сделать этот выбор до конца правильно. Если этот выбор сделан с некоторыми ошибками, вы рискуете найти менее значимого для вашей жизни партнера и прожить жизнь не полностью полноценно и всю жизнь выполнять обязательства, которые вы взяли друг на друга, исходя из того, что вы не можете выжить в одиночку, но вы не хотите до конца жить вместе. Не создавайте те отношения, которые вы не хотите продолжать. Любой договор, он должен быть в каком-то смысле тотальный. То есть тот выбор, который ты делаешь в плане противоположного пола, должен быть ровно настолько достаточен, чтобы ты не сомневался в течение всей твоей жизни, что тот выбор, который ты сделал, для тебя достаточно хорош. Все контракты подписываются не только на человеческом плане, но и более тонком. И чтобы эти контракты были окончательными и полными, относись к этому выбору более серьезно. Это не способ попробовать, а это способ разобраться в себе и научиться определенным качествам. И чтобы этот процесс обучения шел полноценно, нужно искать именно ту половину, которая отражает те качества, которые ты хочешь реализовать. Если этот человек недостаточно способен слиться с тобой и помочь тебе раскрыться, это не совсем тот человек, и нужно искать более правильно, более осмысленно. Существовали специальные обряды, которыми занимались маги, то есть люди, владевшие особыми знаниями, и они помогали реализовывать эту функцию на уровне взаимоотношений. Как и до момента поиска, так и после момента поиска, когда семья уже была сформирована. В некоторых случаях ситуация ставилась так, что приходилось искать всех партнеров не на уровне одного какого-то взятого поселения, а устраивать специальные ритуалы, из которых привлекались свободные представители пар из соседних регионов. Дело в том, что резонанс между двумя партнерами, между двумя полами, зависит от того, какие энергии и в каком качестве, и с какой силой могут резонировать с друг другом, и это зависит от многих обстоятельств. Ситуация, в которой эти люди рождались в одних населенных пунктах, не были постоянными и не были какой-то линейной закономерностью. У каждого из вас есть возможность для творчества и возможность для свободного выбора. Но этот выбор нужно делать осознанно и использовать для этого знания, а не делать из этого развлечение либо попытку перебирать одно и другое. То, насколько вы правильно сделаете выбор, зависит от того, насколько правильно вы к этому относитесь и кого в действительности видите в вашем партнере. Если вы видите в нем что-то значимое для себя, значимое для мира, значимое для рода, значимое для своей души, то вы будете к нему соответственно относиться, и в своем поиске вы будете очень разборчивы и искренне и целенаправленно. Это одно из самых важных событий, один из самых важных выборов для человека в его жизни. Если вовремя сделать правильный выбор, то многие ошибки, которые вы сможете совершить, вы не совершите, поскольку ваш партнер поможет вам их избежать. Это достаточно важно, и эти знания к вам будут возвращаться. Стремитесь узнать традиции вашего рода, эти правила, относитесь к этому серьезно. Именно от вашего стремления осознанно и зависит, будете вы получать эти знания, либо не будете получать. Времена меняются, и то, что было доступно прежде, вам снова будет доступно. Просто тянитесь к этому, и вам помогут это получить.